Вы знаете моего отца. Его застрелили прямо возле мечети. И это произошло после ночного Иша-намаза. Сколько я помню, он всегда прибирался в мечети, в комнате омовения и в других местах. Люди не знали, кто на самом деле все чистил. Не знали, почему там было чисто до тех пор, пока отца не стало. А потом в комнатах омовения появился неприятный запах, потому что никто там толком не убирался. И он никогда не делал этого на людях. Утром перед работой он приходил в мечеть, а потом уходил. Мыл все и уходил. Он всегда выбирал такое время, когда люди не видели его, поэтому никто не знал. А он всегда это делал. И вот однажды он был последним, кто... Мы тогда жили недалеко от мечети. Он ушел, а я был дома. И я услышал выстрел, но не понял сразу, что это был выстрел, потому что недавно у нас был День независимости в июле, а люди всегда запускают фейерверки. И вот спустя несколько дней после праздника я подумал, что это был салют, кто-то запускает остатки фейерверка. Не знаю, у вас здесь так принято или нет. И вот я слышу, как мой отец зовет меня: «Абдульбари, Абдульбари, кто-то стрелял в меня». Я прибежал к нему, и когда он меня увидел, то сказал: И когда я это услышал, то сказал ему: «Отец, кто бы с тобой теперь ни заговорил, не произноси ни слова. В твоем сердце все хорошее, что ты совершил. Покайся пред Аллахом, проси у него прощения и милости его, и с этого момента не говори ни слова». И после этого он уже ничего не говорил. Подъехала скорая и все остальные, и потом офицер полиции, детектив, подошел и начал опрашивать меня. Он задавал вопросы о том, что произошло, была ли открыта мечеть. Мы ходили вокруг, и я рассказывал ему, что, где и как, и так далее. И я с ним разговаривал по-обычному, вполне нормально. То есть, конечно, я был расстроен, но я не рыдал, не вопил и все такое. Просто спокойно и нормально разговаривал с ним, как и любой другой человек в обычной обстановке делал бы это. Потом, уже утром, детектив опросил еще несколько человек. Он поговорил с одним из моих друзей, и детектив говорил: «Знаете, я никогда не видел... Во всех случаях, связанных с убийствами, я никогда прежде не видел таких людей. Это удивительно». И друг сказал мне: «Ты сделал хороший даават». «Что? Я даже слова не сказал об исламе». «Нет, ты сделал даават». Детектив сказал, что за всю его службу он, будучи свидетелем сотен и сотен сцен преступлений, не видел никого, особенно среди родственников жертв, похожего на тебя. «Но как?» Детектив сказал: «Я даже подумал, что это он убил». «Нет, не в силах человеческих так себя вести в подобной ситуации. Вы знаете, большинство людей просто сходят с ума». Я сказал ему: «Позволь мне кое-что объяснить. Я расстроился из-за того, что случилось, но мой отец получил то, что я для него хотел. Я не знаю, получу ли я это сам». Его последними словами были «Ля иляха илляллах». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кана ахиру каламихи ля иляха илляллах, дахал аль-джанна». Тот, чьими последними словами будут «Ля иляха илляллах», войдут в рай. И я не знаю, в день, когда я умру, смогу ли я это произнести. Я очень надеюсь, что смогу. Мы просим об этом Аллаха, субхану таля, в дуа, с которым пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху чаще всего. «Я мукаллиб аль-кулуб, саббит кальби аля динек». Аишу, да будет доволен ею Аллах, спросили, о чем была мольба, которую пророк, алейхи саляту вассалям, произносил больше всего.
И она ответила: «Он – посланник Аллаха. Посланник Аллаха, не такой, как мы. И дуа, с которым он просил больше, чем что-либо, «О Аллах, ты тот, кто меняет сердца. Сделай так, чтобы мое сердце было стойким в религии, твердым в повиновении тебе». И это было дуа, которое пророк, алейхиссалату вассалям, читал больше всего.